Память легендарного тулика, контр-адмирала императорского флота Всеволода Руднева сегодня почтили в областном центре. Завтра исполняется ровно 100 лет со дня его смерти. Руднев прожил всего 57 лет, но его имени суждено было войти в учебники истории. Под его руководством знаменитый крейсер «Варяг» в 1904 году близ порта Чемульпо вступил в бой с японской эскадрой, которая преградила нашим судам путь в открытое море. Из 14 кораблей противника, сражавшихся с крейсером «Варяг» и лодкой «Кореец», три корабля были серьезно повреждены и один потоплен. «Варяг» не сдался врагу, но бой продолжать не смог. Тогда Руднев принял решение затопить судно. Крейсер пошел ко дну с высоко поднятым андреевским флагом. До сих пор этот пример, этот подвиг наших русских моряков служит наставлением, примером для всех наших советских, российских моряков военного морского флота. И сегодня наиболее достойных юношей мы отправляем служить на новый, обновленный крейсер «Варяг». Это есть пример сохранения и поддержания славных воинских традиций.